простой блогер, который только начинает этим заниматься, уже начинает набирать миллиарды, миллионы лайков. Сейчас все меняется. Раньше нужно было годами идти, что-то собирать, накапливать знания, решаться на это, да, к 40 годам, в общем, написать книгу, да, а потом, не знаю, писать в стол, а потом вдруг после 50 стать, не знаю, популярным писателем. А сейчас каждый второй писатель, сейчас каждый может, не знаю, напечатать свою книгу. Время меняется. Приходится самому становиться блогером. Самара, городок, беспокойная я. Важно быть собой, найти свою изюминку, что интересного ты можешь дать. Или можно найти, если ты там танцор, то ты находишь одно движение или два, и все время его везде показываешь. Тебе кажется это банально и примитивно, но на самом деле это будет твоей фишкой. Я вдохновляюсь, и кто-то вдохновляется, смотря на меня. Вот. И это классный способ прожить жизнь. Дураки пляшем на сцене. И думаю, что будем делать это до глубокой старости. Мы без этого уже не можем и кайфуем. Вчера ко мне подошел парень 57 лет, и он сказал, что у него годовщина со своей женой. Вот год назад они встретились в банке, и они друг другу пересылали, они работали в одном офисе, но они друг другу посылали песню «Маршрутка», и как бы это был у них такой секретик, что только эта песня принадлежит только им. Вот. И он говорит, и потом, когда мы стали встречаться тайком, там в отеле, мы слушали эту песню, и теперь она наша. Теперь она наша. И он попросил записать своей супруге Наташе сообщение. Привет! И это было приятно. Я собираю такие истории.